вышла статейка. Вот эта статейка. Задумалась о материнстве. А мне напоминает, знаете, какую песню Пугачёва пела? Мадам Брошкина, которая осталась на перроне. Вещи остались на перроне, а поезд ушел. И такое впечатление, что больше не о ком писать, вот только об этой девице из дома 2. Все медийное пространство заняли вот эти девицы дома 2. Это уже не дом 2, это уже не дом 3, это уже не дом 4, это уже пенсионерки, выжившие из ума тетки. Вот, посмотрите, какие у них лица. Страшные, страшнее всех. Вот, вот, страшные, вот. Задумались. Любовь им нужна. Поезд ушел, деточка. Вещи остались на перроне. Какие дети? Вот, примеряет себе чужих детей, как будто платье одевает. Надевает платье, идет ли ей или нет стать мамой. У человека уже, я не знаю, завихрение, наверное, на почве этого. На почве того, что нет детей, наверное, завихрение у всех. Гнать вообще этих теток надо. Бородина, Боня, дом 2, дом 3, дом 4, дом пенсионеров называется. Вот, это называется дом пенсионеров.